каждым днем все сильнее испытывает фашистская орда грозную мощь советского оружия. Подтягиваются резервы. В бой вступают главные силы Красной Армии. Замаскированные танки скрыты от глаз фашистских стервятников. Артиллеристы готовят смертоносный удар по врагу. Здесь, на береговой линии, ни на минуту не прекращается боевая политическая работа. Бойцы фронта неразрывно связаны с жизнью всего советского народа. За счастье Родины! Так называется фронтовая красноармейская газета. За счастье Родины! Огонь по фашистски! Сталинский боевой наказ. Грудью на защиту Родины. Вперед за родную советскую землю. Ленская авиачасть на одном из фронтовых аэродромов. В промежутках между полетами короткий отдых. Каждый из летчиков звена капитана Кокинаки, брата героя Советского Союза, уже открыл счет сбитым вражеским самолетом. Пользуясь передышкой, техники и мастера проверяют вооружение, тщательно готовят материальную часть, пополняют боеприпасы. Тонны бомб надорвавшегося врага. Получен срочный приказ. Майор Щелкунов разъясняет командирам задание. Сигнал к боевому вылету.
вперед на врага, неустрашимые сталинские соколы! Удар по фашистским налетчикам. Еще один германский стервятник, объятый пламенем, грохнулся на землю. Бойцы советского народа с честью выполнили боевое задание. В сегодняшней схватке сбиты еще 7 фашистских самолетов. Пленные фашистские летчики. Это они несли смерть нашим мирным городам, цветущим колхозам, народам нашей великой Родины. Ненадежные союзники Гитлера — австрийцы. Они рады, что наконец очутились в плену. Германская пропаганда запугивала пленных гнусными измышлениями о зверствах Красной Армии. Теперь они смогут рассказать правду обманутому немецкому народу. В тылу фашистских войск успешно оперируют, нанося неожиданные и сокрушительные удары врагу, героические партизанские отряды. Мы в одном из многочисленных отрядов партизан, действующих в лесах и пущах оккупированной части Западной Белоруссии. Вот они, смельчаки-герои, отдающие жизнь свою за удар во вражескую спину. Старый партизан гражданской войны, бывший боец легендарной Чапаевской дивизии, вновь пошел партизанить. Старые и молодые, отцы и сыновья, берутся за оружие, чтобы в тылу врага бить, бить и бить фашистскую гадину, взрывать мосты, машины, танки, разрушать аэродромы, телеграфную и телефонную связь, разрушать планы гитлеровских армий, чтобы оттуда, с той стороны фронта, помогать нашей героически действующей Красной Армии быстрее очистить куски родной советской земли от коричневой фашистской нечисти. Добрый путь, дорогие братья, герои-партизаны!